Привет, с вами Ева и моя маленькая сестричка Элис. Вы на канале Interesting Hair. И сегодня мы вам будем показывать, как рисовать конфету, такую большую лолипап конфету. Скажи всем привет. Всем привет. Вот мы с вами будем вот такую вот конфету большую рисовать. Ну что ж, начнем. Первое мы рисуем кружок большой. Как голову. Вот такой вот у меня кружочек. Сейчас вон Элис тоже рисует кружочек. Давай рисуй, Элис. Ой, давай, Элис. Вот как у тебя, Элис, красивый кружочек получился. Так. Следующее. Рисуем палочку. И еще одну палочку возле этой стороны. Другой. Вот нарисовала палочку. Ну, молодец, у тебя тоже хорошо получилось. Только нужно было здесь, но ничего страшного. Следующее начинаем делать такие вот зубчики. Зубчики. Вот какие у меня зубчики получились. Элис, ты закончила свои зубчики? Да. Давай покажи. О, хорошие зубчики у тебя получились. Так, теперь здесь наверху мы нарисуем кружочек. Кружок. Вот такой вот маленький, смотри. Так вот кружочек нарисуем. Вот. И потом будет вот такую штучечку. У тебя тоже хороший кружочек. Теперь нарисуй вот такую вот штучку с одной стороны. И потом такую же самую. С другой стороны. Так. Вот. Ой, какой у тебя миленький бантик получился. Молодец. Так, теперь нарисуем здесь внутри такие маленькие вот штучки. Маленькие штучки. И с другой стороны. Вот так вот. Ой, как хорошо. Молодец. Так, теперь рисуем вот таких вот два кружочка. Сначала рисуем один. Потом второй кружочек. Один. И вот такую вот маленькую улыбочку. Молодец, теперь нарисуй ротик. Ой, какой смешной у тебя получается, хорошенький, молодец. Теперь наверху вот тут один нарисуем и с другой стороны. И потом внизу. Вот так. Ой, смешной, какой миленький у тебя получается, красивенький. Так, теперь начинаем рисовать такие вот полосочки, чтобы они были как бы кругленькие, закругленные полосочки. Вот, от серединки начинаем и рисуем такие же самые. Вот так. И вот так вот продолжаем так рисовать такие полосочки. Вот, и полоску мы так идем, потом тут останавливаемся и продолжаем с другой стороны делать. Вот, вот так вот должны нарисовать. Как у тебя получилось? Давай посмотрим. Тоже хорошо у тебя получается. Так, теперь осталась последняя штука. Это раскрасить. А вот какой у Элис получился. У тебя такой яркий получился. Мне чуть-чуть посветлее, потому что я светленько раскрасила. А у Элис такой яркий-яркий получился. Вот какие у нас рисуночки получились. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайки. Если вам понравились наши рисунки, поставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал. Всем всех люблю, всем пока!